Спустя 6 месяцев с момента вторжения легионы Нильфгарда приближались в самое сердце северных королевств. После них остаются поля, пропитанные кровью, земли, разоренные войной. Одинокий волк прошел по этим землям. Убийца тварей, вихрь ярости из стали. Говорят, он был одержим, гонялся за воспоминаниями, лицами, запахами. Впрочем, среди хаоса он мог лишь следовать зову сердца. Кто-то бьется за славу, справедливость или золото. Я сражаюсь за тех, кто мне дорог. Я Геральт из Риви, ведьмак. Ролик переведен и озвучен на русский язык по заказу сайта playground.ru.